надо там. Ну чё, поехали? Не надо против врагов сражаться, да? Нас больше? Нет, там где да. Просто надо подкрепление кидать. Еще раз, Ас, чё сказал? При меня туда, там где просто надо подкрепление кидать. Сзади, чтоб сзади так выезжало. Давай, зерк на общих. Асус и... Асус, давай на центр тогда. Нет, электрофиш центр. Димка, может просто меня с Асусом на поле отправить? Давай. Блуда и Асус налево, там разберитесь, кто на третий, кто на первый идет. Санчес и... Санчес... Барабум? Да, Санчес, Барабум направо, Барабум, ты центр право идешь. Понял. Нет, Барабум, ты на центр, Электрофис центр райт. Да. Point. Санчес на самое правое. Короче, где первая и вторая точка, да? Да, нет, справа. У нас справа рез. Шестая, седьмая. Зерк, короче, в деревне, я понял. Да, зерк, ты идешь между третьей и четвертой точкой, там располагаешься. Ага. Асус, иди на третью точку, я на первую. Побольше ПО и станковки. Да. У тебя еще джавелинчики есть. Это захау. Два евреев в семье, кто это горе. Зерк. Наверное. По крайней мере, так с британцами я вчера слышал. Было. Ой, какой у меня рез под лево прям идеальный. А, с этой стороны. Ля, ебать, я додик, я не тот, сука. Чё такое? Да я не тот хамик взял, с браунингом взял. Нет. Я... А я не тот гонзовик взял. Значит, давай быстрее направо. Они там разъехаться не могут. Там в прямой возьму, что-то ступил. Кто нас на поддержке? Я. А. А у нас поддержка какая, авиация? Да. Отлично. Центр ЗКВ. Танк едет. У тебя танк застрял на респе. У меня? Я понял. Барабум налево посмотри, барабум налево посмотри, блядь. У тебя слева танк. И спереди. А, там у тебя хамрик стол по нему дал. Раз еще. О, танк. Нормально, поджог, кажется. Нет, не поджог. А, не поджог. Может этот танк переходит? Да, 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 уже еду. Вертолет 1 секунду. Готовьте позарка, кстати, все. Дропаться. Слышите, позарка, готовьте сразу их ложки. У них К-53 возможно будет. Это невозможно. Было. Ой, как я ему сейчас хорошо в попу заезжаю. Этот танк добей, пробуй, пожалуйста. На-на. Минус. Не, пробуй, уже этот слева пусть посудит, а на центре нет. Я сейчас отобью его. Так, вертолет там, значит, направо течет. Ага. А чё? Где моя пузырька, на? А, я взял случайно пузырька, блядь. Ладно. Пробуй лучше подвижным целям, давай, пусть бы ты стреляет сами. Это я уж понял. БМП минус. Ну когда не лагает, стреляй сам. Да. А упражнение игр все так хуже, чем просто. ВТВ бутов абсолютно, ну, точность при упражнении. Короче, Асус, я тебе тут всю технику справа снес. А ты что, я понимаю, но... Зерк, ты на общих захвати себе танк с трофеем. Ага. Я тебе тут всю технику снес, вражескую, в принципе. Лечу за этим танком сейчас. А руль, ретрит, I will kill this tank. Окей. Миномет, паный, сука. Быть танкисты тупо после морпехов.
А кто управляет магистром? Диман. РПУ на его стороне, да? Я сажусь. А руль не трипер кит. Да, да, да. Че, тебе балку повредили, что? Я выжил от зоркаш. Ну что там? Ну, меркалая трофи. Левер, готовьтесь. Готовьте позорка. Ой-ой-ой-ой. Блять, они у меня, сука, не взведены. Епать, они у меня еще сидят. Где моя позорка? Позоркашники в машине еще прилипли. А, они еще не дошли. Зерк, можно? Ребят, с этим танком помогите. Сейчас, значит, левер придет. 45 секунд рвочника. Бля, вертолет справа. Сейчас на силу будет. Асус, готовь ПЗРКшники. Да меня... они еще в пути. У меня бегут. Я их высадил, они бегут. Блять, ебаный вертолет. Сгорел в аду. Мужики с ПЗРК, вы где, блядь? Я задымил меркову, конечно. Мне кажется, ракета пролетит. Осторожно, да. Да, я вижу. Это сейчас не главная моя главная путь. Че, не уехало? Ой, улетел. Где-то слева будет спорту. Выскочить направо. Секунд целый. По 7 тут пошел. Не знаю. А Рауль наш? Блять. Окей. Поехали. What did I do? What? А, окей, I just hit. 72 на треке. Значит, что помогать тебе с танком? Асу слышал? Слышал. Бить 72 и занять позицию. Сейчас я ее вбью, я в борту вбью. Не представляю, тут рами я... Все, они боеспособны. Ух. Слайд-шоу. Он промазал. Я тоже, кстати, блять. А у кого когда быстрее? У 72 или у Меркава? А где мои ПЗРКшники? Попал. У меня по ЗРКшникам всем с гандом. Сейчас мы поломаем, ебало. Минус. Бред, да. Блядь, бред со мной происходит. Такой шо аж, блядь. Зерк, займи вот эту область. Иду. Там что, снайпера, но? Я снайпера. Не вражеский снайпера. Сейчас я то пулемет подтащу. АГС подтащу. Короче, какой-то безрука, я пока не могу нормально поддерживать. О, где далеке на крыльях ходу, где там мешающий бронтышку. Вот бета, пожалуйста, стоит. Он тебе мешает? Во, вертушка, блять. Вот это мне мешает, реально. Во! ПЗРК. Оп, вот задел, но не сломал. Это попадание по простому вообще похуй сбил. Ну как похуй, он смотри, попал. Кто-то лагает. Да ладно, никто не знает, что лагает. Блять, 30-ка ебаная едет.
У меня здесь двое. У меня Диман работает, блядь. И я хочу красный. Посмотри, где тигр становится. А, чё, красный мелькаву увидел, сразу текать, блядь, гандон. Стой, сука, догоню, блядь. Когда пехотка гноя. Нужен будет засветиться, надо на цели сейчас. Кроме танков. Сука, вот ты был. Пулемет. Авиация, суббомбер. Мне танк ушел. Ко мне 30-ка едет меня ебать, а мне ее выносить не... Точнее есть чем, но, сука, дистанция не позволяет. Да еб, твою налево. Станковый. Так, Санчук, тебе помогу. С танком не помогу, а с остальным... Зоны самолет, внимание. Вы перестроились хотя бы на своем участке, подвигаясь вперед. Там сложно. Блять, вот из-за кого лагает. В натуре. Сейчас он пусть пролагается туда. Кто справа у нас? Я. Yeah. Нет, а второй? Второй. Ну, нет, я справа всех игроков. А. Снимаю уже паузу, ёб твою мать. Sorry, for the lag. Hope it's okay again. Yep. Looks like Steam was updating without my contract. Сейчас под крепо поделит. Готовься. Боже, чё какая такое? Хуйня. Вот это еврейская хуйня наша. Я тебе могу с этим помочь. Блять, пробомби мне его. Я вот эта тридцатка, блять, станков. Станковка мне не так сильно мешает, мне тридцатка очень сильно мешает. Станковка будет мешать. На данный момент. Пехоты не хватает его. Че это? Я что-то 80 пишу. Сюда бомба нужна? Нет, пехота, у меня все на камерах. Ну, конечно, хорошо отработал, он там горит. Но... Так, пацаны, к вам этот БТР едет, тормозить нечем. Никого мы убили. Да ебан. Я походу. Блядь, надо тридцатки разобраться. Я беру танк. Даже не танк, это страйк из пушки. Да, да. Отправил ракету по тридцатке. Я там БМП едет, там БМП у меня без... Все, я за байк. Я пехоту не смог. Красава. А у меня мелькал. Ну, повезло, у нас мелькал. Миномет надо. А подавить. Что там за проезд справа? Проезд справа. Да. Санчес, а что ты молчишь, что у нас 30-й проезд? Ну, он сказал. Убивай. Да. Так. Мне еще имена говорили. Че, атаку, ебать, атаку. Отправил я лохат по 30. Левую так наподавливаю. Ну она поднимаешь. Она навелась, стрелять ракет. О, нет. Я же тебе сказал, она поднимала. Да, вам сейчас слева давить надо. АГС, меня бомбят, все. И съебаться сразу, блять, вот кантон, но. Меня отбомбили, у меня ничего не осталось. Пехота кончилась. Я на таймерах ведь. И... Да че репер направо, по-моему, блядь. Слышь, чё? Асус. Диман, чё? О, бомба. Я бомбил. Слева бомбардировщик, 34-й. Да, он отбомбил уже, бомбы скинул. Товкой три пехотинцы. Блин, много пехоты, много пехоты. Ну, в сумме отделение забомбил. Помянем. А чё вы так держали три пехотинца прям друг другу рядом? Да они да ползли, они проползали, он в момент попал, где они просто проползают мимо, блядь. Фортуна. Пиздец. Он же потопки в основном, он потопки просто. Для чё за этим?
Блять, сколько у меня там еще? Минута до спайка. Че, блядь, че столб, блядь? Че она стоит? Вперед. О? Товку вот эту немного вперед передвинь. Встань сюда. Блять, нужна помощь против авиации, она нас заебала. Чувствую. Нет, бланк сносит с авиацией, блядь. Когда ты нас появишься? Как уж опыт творит? Саш, тебя Василёк. Я вижу, я сейчас пулемёт пытаюсь выиграть. Его сейчас бомб. Мне нужна помощь пехоты или авиации. Значит, я думаю, что вы все-таки это Василёк был важнее, чем пулемет. Ну, понимаешь, он меня разберет, я бы его выбил. У меня это... Надо миномет подавить. Так у тебя что, он с вами миномет? Бля, вообще ты... бомбы снесли нахуй. Ты... Что? Да мне ты. Где поддержка авиации? Справа. Заебись. Мне налево нужно бомбы. Срочно. Куда? Зачем? Пехота, блядь, она мне сейчас фланг принесет нахуй. Так если она даже не светится, как тебе пока бы буду кидать? Сука, туда просто кинь, блядь. Ну... Нет. Понятно, нет, авиация с поддержкой наслегует, блядь. Быстро улицу что-нибудь начинает делать уже. Он делает. Ага, я промазал. Ну, понимаю, бывает. У тебя кто? Я понял. У тебя трофи? Да. Тогда собьешь. Да бля, ага, как сломала нахуй. Серьезно? У тебя вторая маркируется. Просто поставь другую щеку просто. Кому-то выиграть. Да, ударит по одной, поставь другую, да? Асус, тебе справа танцует. Знаешь, у меня вообще не пошла игра, ребят. Асус, отходи, Асус. I totally forgot, sorry. I was... Let's see. А че? Игра вообще не идет. Согласен, игра же дичь нахуй. О, кажется, подбили этот танк, слышишь? Теперь это... Добивай его. Блять, бережу. Где Рауль? Почему он не работает на своем фланге? Вот где он должен играть? Налево, честно, блядь. В смысле, он справа? Минус бережок. Где он играет? Сука, Корнет пролетел сквозь каст, блядь, мне сломал бережок. Пиздец. Роль хелп, барабум, визистенк. Йоу, Брэдли. Окей. Ну там начинает играть. А в смысле, а чего у меня башня не крутится? У меня башня целая, она не крутится, блядь. Крутится. А во, закрутилась. О. Ловила. Может, тебя просто наводчик убили? Не, наводчик-то сидел. А, тут же два стрелка. Понятно, наводчик убил. Ход просто, блядь, под землей упал, я понял. У меня сейчас 2К будет, так что могу миномет помогать, бесячий. Или танк стоячий. Минус. Танк стоячий. Он не на траке. А плюс он еще с этим, с отводом. О, все, можем штурмовать. Ну, сбей. Раз сработал? Да, на этот раз сработал. Да, если бы выпадало. Мне кажется, или в М113 пехоты больше, чем в Ашкоше? Ну да. Ой, в Ашкоше в намере. Да. Чем прикол тогда? Там 10 стрел. Намер крепкий, и чистить фланг с помощью него. А я М113, сейчас, блядь, пехоту его выбивать хочу. Так выбивай. Зерк, ты хотя бы помоги, что ли, пехотой займи наконец вот этот участок, блин, конца. Выдави там всех слева. Да, иди моя пехота. А что там тыло у них засветилось, не видел? Нет. Я, короче, коплю на противокорабельном, будто вам станков убивать и авиации на аэродром пытаться. А, когда-то я тоже. Я коплю.
Хуй. Не, нам куда? Правую? Пеху надо. Ага. Чё? Куда? Да, они только пошли, прибыли. Получше. Они только с М13 прибыли, блядь. Выёбываются там нахуй. Они только ползут, блядь, в бой. Да, нормально. Ну. Привод, как, блядь? Конкурс пробивает, блядь, гробаный. Попал в маску. Что, блядь, трофи нахуй. Все, я спайк взял, сейчас, блядь, повеселее будет. Я еще этот, блядь, взял спецназ, их не еврейский. Ну, хорош, молодец. Он хоть что-то вы себе представляет или типа. Там спайки. Спецназ. Так спайки эти и обычные пикники. Ну, переносные, которые на 8, на 60. Я на ремонте. А, нет, еще какая-то хуйня есть. По тебе пустили. А, да, вот. Я вообще там что-то погружу, это босс я делаю сейчас. Молись, чтобы сейчас... У них самолет взлетает, так что молись, чтобы Каз сделал Х-38. А, он может? Может. Только, блядь, у меня двигатель только один раз. А, и взорвется нахуй сразу, да? Ну, либо взорвется, либо потом не сможет следующий бить. Бля, а чини двигатель, ты кусок говна быстрее. Так а чё, замаскировочный свеч устраивается. И дым и пусти. Пот летит нахуй. А 38-я летит? Нет, бомбер летит. Нахуй. О, по тебе навел. По тебе я нахуй, блядь. Да я в курсе, блядь, дымы. О, сбил, нормально, видишь? У нас больше очки, пиздец, как долго идет. Я по всей клавиатуре прошел. Все, заеб, нормально. Ой, блядь, что мы с нахуй, а вот это хуёво. Да слышишь, что, у тебя есть лохата еще? Дымы закончились. У тебя лохата есть на Меркаве? 50 очков до хорошего самолета. Теперь по тебе, блядь. Да это штурмэс, блядь. Он походу оставил иди. Что? В смысле? У меня же дымы стояли. Как это штурмэс прилетел-то, блядь? Может, когда типа ракета над вами беспилотник сбейтесь туда. Ну, блядь, у меня тут, сука, у меня дымы стояли, я специально задымился, блядь. Как он пролетел-то нахуй? Это загадка века. Не, ну кстати, хорошо. Две ракеты, сушка, бомбер отстрелял. Нет, беспилот у вас на центре. Никуда, да? Ну... ну ничего, сейчас бомбы на голову. А, нет, стоп. По тебе одну ракету пустили. По мне-то не пускали. А может пустил, но ты вовремя засмочился. Зерк, да я только услышал его и сразу засмочился. А кто нас на общих играет? Зерк. Зерк, тебе не тяжко. Можешь это за ходы накидать туда? Ебать. Чтоб я в поле больше посмотри. Вышел. А, хорошо. Че там, корнеты? А, ну, тут санковки дохуя. Ну, у них там это, копы, копы. О! Ага, летит по мне хуйня, пизда мне. А, это бомбы, нахуй. Ой, бля. Фига. Соболезную. А, в принципе, блядь, как-то. Там прикол этих бомб? ППКшки Меркаву, крыша Меркаву не пробьют, но... А, серьезно? А в чем прикол вообще этих бомб? Правую, типа? Ну, правую уничтожение техники. Да, тяжелую okay. Технику они вообще не реально ну, да. Имели убить. Ну да. Они чисто против легкой. Ты спроси авиации, зачем они против кидают. Я понял. Ну, Тима же рабочий. Так, Тима же справа играет против Сочи. Да, бомбер, центр бомбит. ПЗРК готовьте. У-у-у. А где? Еще пуски нужны. Ну, у меня далеко ПЗРК от него стоит. А, попадание. Попал. Все хорошо. Ну горит, горит. Сейчас я его на аэродроме сейчас добью, не волнуйтесь. На нахуй газ, блядь. Я его на аэродроме добью. Я люблю эту. А хуйню. Где моя машина? А, я понял, горела, так сказать. Так, все, спецназ Тахала приехал, блядь, и готовится к бою. Давай, спецназер, ебучий. Я подкину еще пехоту. Угу. Я еще спайк привел, самое главное. Сейчас я это да меня тоже спайк. Будет. Блядь, а куда он ушел? Так, тихо сейчас, я слушаю, куда он сядет.
кто-то он свои шоу то тут увидел. Да, я из-за него и проем был. Мне БМВ. Ну, помянем, чё. Блять, сейчас вот я бы на твоем месте вот так. За мной самолет, внимание. Не да, могу. Если он стоит на месте, то могу. Кого, тигр? Тигр на месте. Он не двигается. Асус, я нам сюда боеприпасы взял. Ну, окей, окей, сейчас тигр. Так, самолет у них либо поврежден, либо убит. Они фланг зачистили мне. Все, убил тигр вам. Я ожидаю тебя успеха, значит, здесь. По штурмой спустился, Спайк. Да, Спайк. Все же тоже считаешь нужным. Да, на подмену штурмой. Так как он сквозь дымы-то и сквозь каста пробивает? Я понял. У меня танк есть, сейчас я помогу. Да, чё танк? Сейчас я ремонт, попробую Петрику широкий, это длинный. Тот ПЗРК сейчас. Со счём в это? Мне его выносить нечего. У меня есть. Ну, снеси его так. Позаркашника убил. Это у них тройка. Сам лезвый сейчас, наверное, будет. Готовьтесь. Пустил по мне ракету. Там. 90. Понимаю. Че, в два спайка его попал? Да. У меня как раз спайк стоит там, где он не ожидает. Уже пошла ракета. А, нихуя ты. А бот сам нормально управляет? Да, наверное. Санчес, а чё 90 было? О! 90 ловил. Конец, я выбил. А не, мимо. Я подхожу только. Блять, тут ребят, может сейчас пролетим справа. Блять, и он попал мне в спайк. Просто, блять. С первого шума стрела. Не, выбили последнего. Так, я, блядь, стреляю по стенку. Ты как, сука, снарядов 10 надо пустить, блядь. БМВ-3 постоянно движение находится, не могу. Кстати, я его сам убью. Уведи мерка, пускай он подъедет поближе, у меня спайк готов. Спайк пошел, ракета. Окей, окей, я... Слева есть, есть, но смотри, кстати, куда можно выбрать. Просто я шугаю. Надо. Куда? А, слева нету. Как бы... Как было, что там станковки много. А, вот здесь куда-нибудь надо фокус. Блять, а где... У меня эти дальние RGSM-ки. А, понятно. Тогда, тогда хз. Надо прямой засвет, да? Ну, надо засвет, чтобы был. Сейчас сделаем. Метку на карнет. Я думаю, что они не чинят? Кинул по карнету. Класс. А это прикол такой, что у еврейского спецназа нету гранат? Опиши мне потом. А у ГПшника? У ГПшника, да. А, ну это нормально. У него же ГПшки есть. Зачем гранат? А, ну. Так по доктрине? Я не помню. БМП-3 постоянно перемещается, не могу ее выстрелить, Джейсон. Карнет, метка точная. Еще. Запомните метку на центре на минимет. Там стоит. Да. Блин, пусть ты не точная метка по карнету дал. Вот он, вон, карнет стоит, ёпта. Я куда уже пустил ракету в другое место. Ну она не уйдет. А, не может все. А, он разжирачивается по твою ракету, если она... Еще станковка. Еще станковка. Тут дохуя станковка. Рядом, рядом. Ко мне бежал, перекрутился, блядь. Вы работаете. Спасибо. Уже справа, блядь, а? Санчес, блядь, ебаный в рот. Мне бизон здесь орудует, блядь. У меня ЗКВ здесь орудует, блядь. А не, не сломаю, он меня сломает. Ну что, блин, одного продавить не может, что ли? У меня очков нету, блядь, продавить. А у меня тут еще не есть, блядь, Санчес, скажи. У меня они есть? По-твоему? Наверное, есть, если вы там накидали. Тут справа, наверное, у нас будет. Главное противоядие нас прикрыть. Да. А так? Блин, это БМП-3 вообще будет? Что-то едет, слышу. Танк разбит, танк стоит точно. Танк подрачен, вижу, вижу. Танк, а что там?
А, ебать, отделение пехоты, пошли в две бриковые, ебать. Это да, вот фтуры надо забрать. Ну, разбирайся с фтурами, а я пока... Давай, все, на пусат слушал. Не презрел. Вот по мне пуск. Вижу откуда. Повезло, повезло, так сказать, мужик. Зерк, можешь мне на аэродром, пожалуйста, топливо? Привезти. Санчес, включу тебя направо. Давай. Я пытаюсь сделать, что возможно, тем на силу, да? А хуй знает. Да, вынес. Ну где-то тут отделение пехоты должно валиться еще. Ну по корнет. Ой, только в ручном управлении заведи куда-нибудь сюда. Цистерну. Так, Василёк ожил. Санчес, лечу к тебе. За танком залазить. Там порт стоит, надо убить. Я намекаю в проезд, ёбаный. Ну ёбаный в рот. Там с РПГ 2070. Ай, блядь. Ай, ты ж знал, что там отделение, и поехал, так тупую скилл. А они вообще, а чё у него порты так засветились? О? Очень прикол. Короче, Каз взорвал корнет, который ко мне подлетал и снес, блядь, механизм. А, ля, ты меня ещё подлетаешь. Да ёпт, я ж миномёт. Сейчас, самолёт. Чё за самолёт? Бомбер. Известно печально. Блин, чуть-чуть не дотянулся. Блять, кио слугаться. О, тут два танка. О, а у меня меркава моя труп. А у меня спаги. Хорош. Понимаю, понимаю. Тикай, 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 тикай. Да шо тикаешь? Куда этим полом тикаешь? Василёк убил. А ЗКВ сюда к нам приехал. ЗКВ приехал. Я поздравляю. На тебе в тур, блядь. Блин, пехота, ну. У нас два этих летают. Все, позаркай пробуйте перебивать. Не вижу. У меня выбили. Одному, да, так, один на гусенице. Один, окей, по 90 работаю тогда. Ну, я забираю этот, ты 80, а ты 90. На нахуй 90 минус. Блядь, спайки мое. Через точку он будет урочный зритель. А шо там бомбы? О, братан, все пехотник, да. Нас не прикрыли. Базарка у вас есть? А, не дотяну, не дотягиваются. Он слишком далеко был. Пизда, нахуй. Пехота да, надо было по воронкам растаскивать. Но зато у вас теперь много воронок, так что... А, ну, кстати, у меня вся пехота выжила, у меня двух бойцов снесло. Не, ну я так-то тоже потерял, но не так уж. А теперь всю пехоту воронки засовываете, которые вам сделал. Я еще М113 вызываю, блядь, мне похуй. А чё, у них дельфин летает? Да. А ты думаешь, что так будет? Надо будет сказать ему спасибо после игры за воронки. Капец, о, танк перекатил, когда я на него эти краса повесил. Ага, понимаю. А это, короче, теперь ещё. Прежде. Я ещё каплю на спецназ. А, блять, заебись! А позорка? Да их убивают, ё-моё. На, нахуй. Прикрой. А, не, пошел, 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 давай, догони! Давай, блять, ну что? Короче, по тензи. А че ты не это, не берешь? Убиваешь ничего. Блять, если мне выбьют танк справа, в принципе, я могу несколько точек справа. Я не понимаю, что они убиваются, не надо просто. Помогал постанков, поэтому у меня же СНГ закончились. Есть корнет. Заряжайся. Ну, Джулия надо на перекрытие. Блять, пиздец нахуй. Сука. Да, на пидорасы, да мне спайк бомбами взорвали. Да, да. Да ебани ты уже. Беспилотник я сбил. А где машинка? А, вот он. У меня есть еще боеприпасы вот здесь стоят. Так а толк, у меня спайк убит. А, понимаю. Чистый спайк. А, кстати, 90 очков на него надо собрать. А у меня сейчас уже будет, сколько там, блядь? 17 секунд, я новый спайк возьму. Народ, нам сейчас справа надо помогать. Да, мне нечем. Пехота есть, но пас? Это без помощи. Давай слева, да, да. Да, без проблем. Сейчас покупай спецназ, блядь, и поехали. Спецназ уже в дороге.
Я пока справа просвечиваюсь. Ждите вертолет. Моего. Справа. Саня, пока просто пехота не наступай, просто зарывайся по ромке в здание стоит. Так я так и делаю. Я вот сейчас представляю, как блять, такое количество пехоты помещать в своем 113. Там же вообще пиздец. Их вздохнуть не пернуть, блядь. А сколько, 12 человек там? Да. Да хуя чё. Представь этой маленькой коробке, блядь. Я говорю, не вздохнуть не пернуть там. О, я отсюда могу. Здесь дурака есть? Не знаю. Не знаю. Я просто отсюда хочу залететь на самолет. Ну попробуй, но про позорка вообще не известно. Да пусть он ты на коробке сесть, посмотри туда. А, ну да, вот на F113 сейчас поеду. А он наступление вражеской пехотной. Давайте я посвечу как раз пехоту, если не проверил позорка. Да он был, да, уже. В F-35 получше посвечу. Ну это да. Не понимаю, но если он упадет. Вон по тебе пуск. Раз, позорка. Убейте. Говори лишь. Один позоркашник получается, да? Воронки. Зерк. И вот интернет нам ищет. Зерк, срочно отправь что-нибудь на правый фланг, что тебе сейчас доступно. Там турк, живилин, пехота. Все отправляй, короче. Тур. А кто? Раз, Иман, они что, вдвоем будут? Да, они здесь вдвоем будут. С самого начала. Одна БМП минус. Корнет на тебе. А, лол, блядь, лохат промазал. Да корнет я знаю, блядь, а чем ты его хочешь убивать-то, ёптать? Мерковый. Я не поеду, блядь, мне надо сюда подъезжать на дистанцию. Ждите, не лезьте, я его убью. Главное, светите его. Знаю, у меня 140 очков пока, мисс. Копи на танк. Я пехоту отправил. Где корнет, метку? Вот. Здесь. Здесь. Вот здесь еще корнет один стоит. Два корнета. Блин. Один минус. Потому... Я с лохатом по карнету. Ага, у меня трансмиссия минус. Вот идет. Так иди из фугаса забери, он тебя убегает. Я с лохат ему отправил уже. Так и чего? Барбом пустил по дайне. Ну, и чего? Сейчас. Так, удерживайте меня. Да я его сейчас сам убью. Да, у меня пехота бежит, спецназ, я тут... Ооо, бомбы, мужик, бомбы. Я его не сейчас вообще. Бля, пизда нам надо. Позорка готов. Танков нету, я... Нету позорка, ебали. Позорка далеко. Я на танк отвел. Это миг, это миг. Вот, есть позорка, ты так красный стороны. Он меня сбил. Вот здесь позорка. Ну, здорово, позорка нужно, прям на знамя. Ну он же тебя сбил, еще даже не влетел в зону. Он влетел в зону. Какую зону он развернулся вот здесь вообще? Там позиции зерга. Санчес справа. Вон он забегает, ребят. Я на танчик коплю, мне пехота нужна будет. Санчес справа танки не надо, блядь, потому что надо, он сейчас еще. У него сейчас опять танк приедет. У меня потех в очках нет. Блядь, Санчес, бери пехоту, я тебя танк взял. Так куда ж ты его сейчас не видишь? Короче, Санчес не хочет учать, его налево. Пехота едет. Палку, да? Зачем палку? Да, да. Да ёпта, и налево. Только начал расстреливать пехоту. У него там и минак, и все появилось. А, тут армата еще. А еще армата. За арматой могу и на вертолете прилететь. У меня бредля едет сейчас, и я... Жду страйкер с пехоты. Санчес, мне надо было танк брать, я же сказал, я, блин, возьму. Блин, мне сказали, не надо танк брать. Тебе там... сказали танк брать. Тебе Димка сказал танк брать. Так я сказал, я коплю на танк, не надо, бери пехоту, Блуда говорит, я тебе танк пригну. Блуда сказал, тебе я говорю брать танк, потому что я сказал, что тебе остальные пехоту пригоню. А при чем Блуда? Блуда со мной а Блуда уже поехал. Хуй знает, что вы меня сбиваете? У меня Дживелин пришел, я не знаю, я попробую Дживелина, может быть. Я сейчас репер направо. Так, я тут. Люди, если я на 5 минут отойду, ничего страшного не случится, фланг у меня укреплен.
Зато он справа. Да я думаю. Направо. Асус. Мата выбил. На рабом ложи их, пехоту. Он сейчас приедет, сейчас с фугасом. Мне от арматы надо уехать. А, кстати, у арматы БК нету. Она уже где-то побывала, наверное, на центре или слева. Это не БК нету, это просто забрали в нишу и взорвали. Асус, короче, пехоту я раскидал, танк стоит, спайк стоит, я отошел на 5 минут. Мы за счет центра лево держим, надо, блядь, право восстанавливать, пиздец. Но Раулю надо давить, Рауль не давит, он занял, блин, позицию. Понимаешь, у меня хватает очков там на пехотинца, да, какую-нибудь танковку, приезжает танчик там, БМПшка, и мне как бы нечего. Да. Понимаешь, тут здание, которое не... Поставьте армаду на трак. Пробуйте армаду на трак поставить, с бердли там с 30-ки лишь, или с пехоты с ПГ. У меня дживели. Я на там сейчас не. Да ёб ты опять с восход просто. Чё за дичь, блядь? Даже она в дымах. Из-за здания. Мне 10 метров буквально не хватает. Я не попадаю, он попадает. Лол, мне опять. Миномет попадает. Все, надо опять вправо делать, сыпиться. Скинул по армате. Армата минус. Попробую захватывать ту танк 70 очков. Ну, стреляй, блядь! Куда здесь? Помекрил немножко. 5 минут. Асус, крепись, всего хорошего. И скоро к тебе бомбит прийти, перезарядившись. Блядь. Не, бизон, блядь, 4 выступал. Не выстрел в ПК, но меркало. Минус. Уж ты не помнишь, что такая масса пара участников после там убиваешь 30 и двигатели будет. Лак, а как я раньше там был? 80 убить? В НЛД. В НЛД? Да. А что ж мешает мне убить? Не знаю. Ну, я понял. А вот ты бомбишь. Ну, наверное, разброс. Ложи пехоту. Ковер. Роль ковер. А где будет спецназ? А, живой. Еще там. Ну, джевелин не тащите, что ты делаешь. Через 3 секунды рощник будешь идти. Блять, вот он. О, давай, с ракеты. Слева готов. У тебя слева пехота вся воронка? Не, он померкает. Ну, ко мне призон топерся. Меркавал будет, который сбивает. Ну, ты сбила, ну, а толк. Когда Рауль наконец начнет работать, блядь, по своей позиции уже, а? Не, если честно, это вообще вот... Рауль, how many points need help? Почему, блядь, постоянно с его... Да просто скажите ему, пуш. А там два танка. Бизон, кстати, тоже здесь стоит, курит. Что за самолетами?
взял я танчик, короче. Ну армата нас приехала, охуенно. Есть чем? Не, если можешь помочь. Пробуй пока я хотя бы на трак поставить. Если на трак поставить, то будешь... Можешь вот этот танк жахнуть, он на гусле стоит. Нечем. Зерка, становишь БТР, вот этот, что прорывается. Мне просто тупо там ничего нет вообще. Блять, он через спайку прорвется, сука. Повезло. Без аркана, смотри, добавьте. У меня тут джавелины, блин. Фост. Еще давайте. А у меня перебили. Вот, пустили. Это не я. Оу. 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 Башня повреждена, но не там. Сейчас будет разрушиться. Я сейчас заклюю просто, блядь. Аромат. А, меня ты заркажи. Чё же, я так понял, не будет, да, помощи? Смотри. Могу ли ты там прилететь налево сейчас? Направо лучше прилететь. Я просто хз. У тебя есть спайк был, да, такой? Что сейчас может произойти? Ну, аромат-то на траке стоит уже. Как и просил. На траке, говоришь? Ну, он можешь посмотреть. Полторы минуты рипера подождешь? Да подожду. Главное, не дай. Почему? Не, я просто вижу, что справа там понужнее придержка. Но... Да, поэтому еще направо. Ну, мне надо убить армату. Бо она сейчас запала. Свечет все. Там я же где. Так, блядь, подкреп, это долго идет, понимаешь? Ну вот скинда попал ей в башню. Ты её пошёл. На время. Интересно, потушится? Ждём, ну там едет этот сраный. А чё скинда, ты нас подкидываешь? Ну, блядь. 90. Ну я сломал ему башню всё-таки. Ну всё, теперь 90 уничтожим. Санчес отступай, сейчас вертолёт на тебя будет помогать. Ты месяц ступай. Бля, печально дело. Че он бомбит? Там, у 90 капушки не было, вообще нет там сзади. Там под верхам могут быть. 90 плохо. Под верхам. Ну я не знаю, мы могут быть. Все, ты выспишься, не будешь посылов. Добивай. Мне кажется, или 5 минут уже прошло? Ну мы и так выиграли. Мне Василёк тащит. Да хуй его знает. Это там всё ещё надо убить? А? Он на кусле, если добьёшь, будет хорошо. Я могу в него ХП. Я ему джавелином врезал, конечно, в башню, но он живой. Надеюсь, меня пазырка не собьёт. Лучше... Здесь пазырка, Дим, пазырка метка. Если можешь, бей. Попробую, слома. О, они бросили армату. Не надо стрелять, и помогай лучше справа, потому что туда две точки прилетело. Да это так цель нет. Там убили. Как это ни странно звучит, а нет, вот слева танки. И на 5 бизон это 80 сраных бит. Я поехал налево помогать. Ты летишь налево или куда? Налево. А здесь пазарка есть? Да, там был. Да, и вот это тоже. Фигово. О, надо же, у меня еще вся пехота жива. Давай налево. А, Меркава на траке. Тебе Меркава, знаешь, да ты смотри, там пуш просто странный. А там без тебя армату убили, если что. По тебе. Круто.
О, ты нас подбил. А, у меня тут ноги выдернул эту. Тормаж, что ли? Хашку он выдержал. Ой. Вот я в НЛД попал, но он не прошел. Блин, у меня эти смоки, которые должны быть. Ну все, реально, да. Улетаю. Армате добавить или не надо? Да, мурсами если накроешь, чтобы мы захватили. Мурсами я не буду, там призрака. Что, захватим или уничтожим, куда? Захватим, захватим, конечно. Фу, уверены? Уверены. 90 кубит уже. Да это Меркала стреляет. Этими. Оксан, что-то чё где нахуй? Зерка, так не води, положи её, блин, сейчас подстреляю. Справа самолетку вытолите, готовься, Санчес. Рауль, don't lag. Не, ну то шо, это по крайней мере лучше, чем слайд-шоу. Да нормально. Так, я ж горю дымился. Так я задымился, уже было поздно. Я вертолетом чуть-чуть. Короче, да, да, шо, ты понял, какой план у нас? Мы наш. Санчес, ты позаркашников убил? Они и здесь были, вы уже должны добить их. Я проверю, у меня хаммер. Вот, а где твои козырки? Твои сейчас будут убираться. Потому что одни, и, у меня 3 или 4 отсчета было. А, вот. Зерка, отправь, пожалуйста, козырка на том. Вражеские выбиты, вражеские выбиты. Можешь выстрелять? Миллиметровый. А вот правильно, козырка. Меня подбили. Да. Сейчас я еще повысить кум хиллфайр. О, еще одна арма подъехала. Что, это нормально подняли? Да, трохи мать. Сейчас, ну, попал. Мне нравится, мне нравится, как у него еще глазки работают. Нет, Т-15 не будет, там выбор, либо армата, либо Т-15. Димка. Что? Там же остался выбор, либо армата, либо Т-15. Да. А, ну, значит, не будет у нас Т-15. Ой, хворобу, по мне позорка опустили. А морской пехоты нету? Все, я ворожу. Нет, морской пехоты есть. Но там 30-ка и 4-ка. Все, давай, прорываемся. Надо закупить эту хуйню. Еврейским разработчикам. Три за танком. Да, вижу. Я сажусь в группу. RPG есть, а что это? Есть. А что ж ты так? А уже не так. RPG спереди. Касс собьет. Те танки. Да, ты власть. Да, ну, миномет я убил, кстати. Шо, надо, короче, ее на трос скинуть. Я и хочу на трос выкинуть. Короче, народ, я пока на нормальную гочник куплю. За ним снова с РПГ стоит. Не, надо Санчес помнишь. По-моему, я самолет. Ребят, так как нас больше, им очки быстрее поступают. Я живой, так сломал. Ну что? Короче, лечу Санчеса. Да, там БМ быстрее. Я записал, блядь. Я как сломан, у меня все сломано. А, еще и этот бизон приехал. Пушка, главное, живая. Я не знаю, что мне брать на 100 очков, ребят. Вот в чем проблема. Против БМП 3, 80-ки. Может, у тебя он сломан был? Снес за танком. Где рейнджеров берут они? Танкист, Алёша, да. Я вас обрадую, у него ракет не остался на посадку. Найс. Да сколько ж этих танкистов? Или что за танками? И скоро вертолёт будет попробован. Стой. Из инвентаря доставай трос. Вставь трос. Я ранен, надо полечить. Санчес, точно позаркашников? Позаркашников вражеских убил, больше не было. Мои в пути. Пехота едет. Раул, Итхан. Пехота на выпуске. А, сюда из ЗКВ еще приехал, я понял, они сюда решили давить. Я ЗКВ начал скрывать. Так, я спрашиваю. Скрывай. Живой? Не сбили? Все, прикрывай. Понятно. Говно.
Этот миномет минус, БМП-3 минус, танк не знаю. Танк, танк, танк поджог. Так, трос готов. Куда трос готов, ебать. А как отлично. Его прикрутить? Без заказ не выходит. А я сам сейчас сделаю. В руки надо брать его? Да, 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 в руки и на трансмиссию наводишь. Мои в пути. В смысле на трансмиссию? Ну в прямом, на передний катки. Репер на посадку ушел. Еще перехватывать бомбер. А, все, увидел. И крепишь его. Бомберы, чтобы мобы остались еще. Не знаю, куда они летят. Возможно, налево. Так, у меня вторая беркава на ходу, которая... Так, операция пошла в действие. Дельфин вовремя отбомбился тогда, когда... Ну, когда... Когда у меня уже пехота приехала. Минус, минус. Все, там вовремя. По фугасу не убили. Полный пехоте. 90, 90. Стреляй, стреляй по пехоте. Все, я подкрепил ее. Все, забираю армату. Оттягиваю. Так, если что, против самолета вражеский патрулирует пространство. Бомбер у них на посадку пошел. Неважно, сколько нам пехоты, забирай армату, уезжаем, нахуй, зато нет. Давай, забирай. Все, уезжаем, уезжай. Дымись, уезжай. Дым, дым кидай. Что вы там делаете? Пиздите. Давай, куда ты? Давай, тащи, тащи, блуда, блядь. Прикрывайся, армату, там это. Блять, давай, нахуй. Я вас самолетом прикрываю. По мне тут. Я обычные дымы раскидываю. Он за тобой. Останавливайся. Уезжай, уезжай в тыл, глубоко. Я останавливаюсь. Да я буду, да. А где мы боеприпасы возьмем? Вот, не хочет ехать. А это не будет. Диман не хочет терять. Диман, красава. Операция выполнена успешно, нахуй. Еще, вот тут я прям... сбил. Вот сюда посмотри. Да, 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 сейчас, 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 сейчас я 90. Ты его сбил, так что оно попало мне на РПГ. Извини, пожалуйста. Жир, сегодня не мой день. Хе-хе, блядь, пиздец. Так, я сейчас прям. Да тыл тащи ее и чини там, есть. Да это бот уже едет, я сам-то на меркаве сижу, блядь. Пытаюсь этот 90-ик сломать. 90-ик минус. Посмотрите, укус, какая игра живет оперативно. Кому не трудно. Секунду. Через диспетчер задать, да? Да. Память? Да. Их 100. Все, давай, чинить ее. 20-30% у меня занимает. Ну, нет, а... Через производство. А как мне через процесс? Подробнее. Не, процессы и сортировочку память. Память. 2 гига живет. Значит, они тут. Хотя. Блять, пизда мне нахуй, меня тут. А, а нет, да, у тебя какая виза? Десятая. Луда у тебя какая? Десятая. У меня 3300. У тебя какая виза? Десятая. Странно. Чё, всё, останавливай, чини. Сейчас. Так я сейчас, если что, кричите, я вас услышу. Так, погоди, а главный вопрос, там это, БК-то есть в нём? Да, есть, я ж... Вообще, найс. Так, сначала надо трос снять. Ага, снял трос. Ну все, подкрепление на фланг прибыло, значит. Слушай, у тебя есть танкисты для меркавого, если меркавого там? Бля, че глянул? Это мужики погибали туда. Ну короче, вот, меркава стоит целая, типа, ей пулемета и прицел починить. Я понял. А, у нее пушку трах выбит. Башню. Он в экипаж не залазит. Так почини ее, че. Так я сейчас чиню, я просто хотел залезть. Блять. Нажали армату, не? Да, спиздили, все, в тылах стоит чинить. Он пока целый. Корнет. Вот. Корнет, мне нечем его выносить. Да пусть стреляет. Чё стреляет? У меня касс сломан. О, самом... пацаны, проблема. У меня танки. И не один. Аля, у меня же справа мой танк. Сейчас я тут что интересно. Ух ты, блядь, танки, 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 танки. Прикиньте, у меня рипер выжил. Я ртом так перелетел, сел. Санчес, что ты не говоришь? Я забыл про это. Блять, да я сам что-то не вижу, стоит что-то. Короче, бэху я выбью, работай по 7-2. Репер перезаряжается, если что.
Армата ремонтирует. Не, не ремонтируется нихуя. В смысле, сейчас, погоди, я тут с 72 на другом фланге воюю. Снова по 20-м или миномет. Ну шо, армата захвачена, значит, требую у бригады евреев новый танк. Ладно, возьмем тогда танк. Не, блять, поищи 90 починил. Три танка справа. Да, там ЗКВ, Бизон. Ждите, я скоро вам буду помогать, только ПВО обеспечу сначала, пытаюсь. Самолет! Дымитесь! А подзака, где, блядь, подзакашников убили, пацаны. Это обычный, это обычно, это не трофи. Еще одну меркаву направо гоню. Сейчас мне рипер. Там 2.5 танка. Рипер наполовине перезарядка. Чувак, будешь занимать? Да, займи, займи, пусть стоит. Я мог, вам потом могу пилот в качестве документа нашего экипажа. Не надо, у меня есть трое танкистов. Значит, пилот идет на респу. Зарк, можешь немного пехоту сюда продвинуть? Который у тебя вот поворот. Да, да, мол. Хорош. Только ой, сушка. А, он по меркаве твоей. А, он мимо. Меня танкует. Мимо, блядь. Есть класс, спас. Это да мимо тур. Просто. А мимо серьезно? Из-за дыма. Лол. А, из-за того, как ебать, лол. Подведу, все танки конечно, сели на хуслях. Да, подведи сырка поближе. Хотя он отстрелял две ракеты, он сейчас на КД уйдет. Я вот думал, может зайти в 35 стрелс и хукай. Нет, не повезло. Ты все, у нас ароматы есть. Или что направо? Да. Замонтируем, значит. При следующем отыгрыше, на следующие выходные. На следующую игру у евреев сборки. Армату дайте, да? Ой, как 90-кей. Какой там приоритет не убить? Справа. 70. Сколько на траках и без этого? А обычная металла... Ну, чуть не ремнет, ладно, они взяли половину. Чё ещё? Обычная металла. Все на это берём? Там еще 80-ка живая, она... 80-ка, мы 72-ка забьем. С санными тряпками, но мы забьем. У меня сейчас тоже танк будет. Когда-нибудь обязательно включить. Когда-нибудь ты попадешь. Бля, у меня кап еще перезаряжаю. Улетай, че. О, конкурс несу. О, миномет. Миномет минус. Куда не торопись, выбей его спокойно. Все танк сами добежит. Да, да, да. Еще на 3-2. 72 минус. Там меня двигатель сломали сквозь дымы, блядь. Фугасом дай сюда здесь этот, вон. У меня 80 сейчас. А, блядь. Танк слева, танк слева, там, да, да, да. Я тебе помогу сейчас, у меня КД уже. Я кидашил, сейчас я подниму кину. Он задымился. Чай на экипаж. У них какой-то самолет затает. Надеюсь, что не налево. Еще один танк едет. Он ушел за дистанцию. А нет, не за дистанцию еще. Я лечу за ним. Все за дистанцией. Дымится говно. Там 90. И вот пушки. Бегите, у меня прямо в установку попал. А, урож. Нет, бомбер. Я же зерка выбил. Бомба. А с чего тебя сбили? Да вон, бомбер. Пацаны, уходите бомбу прям по вам. Нет, а я не уйду. Все по Раулю. А, ну в принципе. Ты еще перепрыгнул. Бомбу. От бомб одно название было. Танк выбит, но тут еще один танк едет. 90, да, я его. Я ему сломал башню. Он без башни. А нет, с башни. Ты сбил его. А что-то я ему сломал. Я так помню, полагаю, справа минус. Еще одна меркава не помешала, да? Ну, минус 90. Минус 90, снес 90.
А все, танки справа закончились, мы приехали, все сделали. Че там, когда армата наушница? Едем же, блин. Души. У нее еще башня, трак и казенник. Я так понимаю, игра закончится, Я сейчас эту мерковку чиню и проеду там, че полиция. Так, у них еще какой-то самолет. Чертежи мы получили. Операция прошла успешно, Юрий доволен. Ну все, это Меркава у меня как доп стоит. Я двигатель не знаю, как это чинить буду. Миг на центре, уровень. Я взял танчик и пехоту. Пусть позырька. Откуда? Сейчас. Это вот здесь. Там понял. Беспилотник, я вам сбил, если что. Он хочет на миге 20 взятым против 22-го, он же меня не увидит. Только визуально, если. Какой же косой все-таки американский миномет? Ну, а он из него хоть раз стрелял в полный боекомплект, блядь. Он из него хоть стрелял. Самолет по центру. Меркала, трофи едет. 29-й, ВРВ. А он мне спас. Пуски были, но один. Талисман спас. Надо было все-таки хукай брать еще. Это как его, Санчес. Можешь каким-нибудь пехотинцем сюда подойти, чтобы у меня ремонт начался? А то у меня два члена экипажа, я вообще ими выходить не хочу. Кинь ремку. Скинул. А, подо мной она теперь. А, блять. Вот здесь, слышишь, что Санчес, вот здесь пометки ремка валяется. Блять, дистанции не хватает. Блять, она так бомбить, что ли, Никит? А, нет, это по трофе моей. Блять, опять враг сбил. Ты иди нахуй, я уже. У позырка навелось красиво. Сбил. Сбил. Я уже этой трофе раз четвертый трак чиню. Так она так понял, типа выстрелила вверх, вернула вправо, блядь. Типа само по себе, нахуй. Красиво. Как нужно, блядь. Как доктор подписал Лерию. Сейчас будет по красоте. Я тоже держу. Так, у меня чинится трак, и я все, я готов, я еду. Ну мы не успеем повеселиться, наверное. Бля. Ну ладно, давайте точки спустим. Да нет. Три... 10 идет, все вырезалось только что.